Всем привет! Сегодня покажу свой заказ по 16-му каталогу компании Faberlic. Заказ не будет большим, но здесь есть кое-какие идеи для подарков, даже не подарков, а сувениров таких к Новому году и предстоящим праздникам. Давайте, наверное, как раз с них и начнем. Первое, что я заказала, это подарочный набор «Морозная клюква зима». Это защитный крем для лица, крем-концентрат для рук и защитный бальзам для губ. Все пришло запечатанным, но я из тех людей, которые проверяют перед дарением то, что находится внутри содержимое, потому что что-то может быть разлито, перемешано. Поэтому при возможности все-таки стараюсь проверять, и поэтому давайте с вами посмотрим, каких это все размеров и как это все уложено. Сейчас открываю с вами первый раз. Ну вот хорошо, что там есть стоечка. Крем-концентрат для рук. Естественно, я открывать не буду, но я думаю, там все зафольгировано. Объем, кстати, не маленький, что тоже радует, 75 миллилитров. Дальше это крем для лица. Поменьше уже объем, 50 миллилитров. И в такой лаконичной красной упаковочке, очень приятно. И сам бальзам для губ. Надеюсь, презентик понравится. Жаль, что про одушку ничего не могу сказать. Но сам подарочек, как бы, он не маленький, в отличие от того, который я вам следующий покажу. Это вообще, я как увидела этот подарок, он немножко меня повеселил. И это вот такая вот малюсенькая коробочка парфюма Glam Collection. И здесь у нас три аромата парфюма. Слышите, да, они там плохо закреплены. Это то, о чем я вам говорила, почему я люблю проверять все. Здесь у нас Рената, не буду коверкать второе, и Beauty Cafe Caprice. Они у нас не по 15 мл, как у них есть, да, миниатюрки Faberlic, а по 7 мл, то есть это еще меньше. И вот представьте, вот такие вот маленькие парфюмчики, они настолько, это настолько маленькая упаковка, я не знаю, как сейчас вам камера передаст, но вот моя ладонь. И вот, в принципе, я могу, вот смотрите, на руку себе положить чуть меньше моей ладони в высоту. Естественно, также мы с вами открываем аккуратно. Смотрите, внутри у нас вроде бы как есть отделение для парфюмчиков, но они плохо там закреплены. Естественно, я это буду все закреплять перед дарением. Давайте с вами посмотрим, что у нас находится внутри, как выглядят сами флакончики. Очень маленькие, но красивые флаконы. Здесь у нас Рената. Розовенький — это тот парфюм, который я не могу выговорить. Beauty Cafe Caprice. Все их я знаю, я их все слушала. И у них, в принципе, у всех аромат приятный. Поэтому тут Faberlic как бы сделали очень даже хорошую подборку. Такие наиболее универсальные и популярные у них ароматы, которые покупаются. Ну, вот попыталась я их более-менее упаковать качественней. То есть должно это выглядеть вот так вот, чтобы они были закреплены и не смешались в итоге и не разбились друг об друга при перевозках. Этот набор хорош для презента. Он красив, и тут вы в основном процентов 30, наверное, платите за само оформление, за саму коробочку. Она очень хорошая, ее потом можно оставить, да, и что-то в ней хранить. Если вы хотели бы себе взять, да, этот набор, то это переплата, потому что если вы возьмете эти же ароматы, только в размере в 2 раза больше, в 15 миллилитров, вы заплатите меньше, потому что этот набор стоит 499 рублей. А если мы берем 3 парфюма по 149 рублей в размере 15 миллилитров, то вы заплатите 450 рублей. Там праздничная коллекция новая появилась, и мне понравился вот такой вот кулечек именно для вот этой коробочки, чтобы туда положить. Я выбрала, ну, как видите, немного больше, так скажем, чем сама коробочка, но я думаю еще положить туда каких-нибудь вкусненьких, хороших конфет, и презент будет очень даже неплохим. Что касается цены этого кулечка, то он стоил 30 рублей, а вот этот набор зима 299 рублей. В предыдущих заказах не показывала, но я приобретала себе такие вот штучки для женской гигиены, и я их очень даже хвалю и могу посоветовать. Причем я покупала все три разновидности из этой серии, и все они хорошего качества, так что советую. Взяла новинку — водный спрей для разглаживания белья. Облегчает глажение белья, защищает волокна ткани,
от термального повреждения придает приятный аромат. Аромат действительно очень даже хороший. Цветочная свежесть, хорошее распыление. Стоило что-то около 99 рублей. Это нормальная цена для объема. А объем у нас 250 мл. Именно для меня как бы эта вещь актуальная. На нее есть спрос. И я очень рада, что Faberlic вот такие спреи выпустила. Еще что касается дома, я также взяла новинку. Это мыло для кухни, устраняющее запахи, аромат земляники. Я уже сбилась со счета, какой раз беру такое мыло, и оно мне нравится. Оно действительно справляется с устранением запаха, то есть оно эффективно моет, не раздражает руки, не пересушивает. И запах чеснока, рыбы или лука убирает на 100%, если вы прям сразу использовали. Допустим, я могу порезать лук и сразу промыть руки с этим мылом, и тогда никакого запаха совершенно просто не остается. Стоит это мыло 89 рублей. Аромат мне понравился. Действительно, есть запах земляники. Конечно, он не настоящий, но отдаленно присутствует, поэтому очень даже могу рекомендовать. Взяла маску для активного питания волос с аминокислотами. Это тоже, по-моему, предыдущего каталога новинка, если я не ошибаюсь. Питающий уход активно ухаживает, питает волосы по всей длине, наполняет силой и ослепительным блеском. Если проходиться по пунктам, то питает немножко, а блеска нет. По крайней мере, на моих пористых волосах я этого не заметила, воспользовалась только один раз. Приятный аромат, консистенция не жидкая, хорошо распределяется. Ну, небольшое такое увлажнение, питание есть. Но по мне, так это такой средний бальзам, то есть это даже не маска, а больше бальзам по своим действиям. А держала я долго, ну, не менее 5 минут это точно. Эффект так, вы знаете, если берем отличную маску, активно питающую глубоко, и ставим ей 5, то этот продукт, скорее всего, на 3. В подарок я получила стиральный порошок концентрированный, это универсальный. Повторюсь, он мне обошелся в 0 рублей, и это полноценный продукт стирального порошка, 800 грамм. И, кстати, дали сразу мерную ложку. Спасибо за подарок, Faberlic. Делаю такие акции, потому что они перешли именно в этом каталоге на новую систему кэшбэк, и я думаю, что заказы у них снизились, потому что покупаете по обычным ценам именно каталога, а этот кэшбэк, он для вас таким еще аморфным каким-то считается, то есть недостижимым, непостижимым. Расстаетесь-то вы с суммой полной, именно по итогу, да, цены. И здесь, конечно, уже нужно время для того, чтобы перестроиться на этот лад. Кто-то к этому привыкнет, кому-то это не будет нравиться. Допустим, мне это не нравится, и я лучше, конечно, бы покупала именно по скидочным ценам, то есть сразу без всяких кэшбэков и так далее. Людям сложно расставаться, да, с большей суммой, когда они знают, что совсем недавно, в том месяце, они это приобретали по меньшим суммам. Кэшбэк зачисляется после того, как вы оплачиваете заказ, не на карту зачисляется, а именно на отдельный счет, который у вас есть в личном кабинете Faberlic. Вы можете, по-моему, при следующем заказе покрыть не более 60%, но могу ошибаться, суммы от своего заказа. Это был весь мой заказ по 16 каталогу, и здесь нам представляют 17 уже каталог. Также есть подарки, есть, кстати, новинки неплохие, есть, что меня заинтересовало, скорее всего, также будет сделан заказ. И, конечно, я с вами поделюсь видео о том, что я заказала, и расскажу подробнее о продуктах. А на этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!